Погода просто фантастика. Вот. Лето не очень такое радужное и замечательное, компенсируется просто выдающимся сентябрем. Ну и, в общем-то, те люди, кто сделал выбор в пользу приятного времяпровождения где-то за городом, я их не осуждаю, по большому счету. Сложно с их мотивацией, сложно спорить и как-то дискутировать. Люди делают именно такой выбор. Можно говорить о том, что на самом деле, конечно, поговорку «своя рубашка ближе к телу» никто не отменял. Это такая народная мудрость, которая, ну, просто непреложная истина. И поэтому наблюдение о том, что люди с большей ответственностью, что ли, откликаются на выборы местного уровня, она не нова. Мы только вот фактическое подтверждение имеем в той статистике, которая на 18 часов была предложена крайсберкомом. Конечно, кроме всего прочего, есть же и представление избирателя о том, что разный уровень власти решает разные вопросы. И наш избиратель, он совершенно четко понимает, что Государственная Дума там занимается, ну, государственными вопросами, выстраивает государственную политику, принимает большие законы. А уровень поселковый, районы, вот он здесь, это возможность прийти, открыть дверь и сформулировать свою просьбу, ходатайство, требования тому самому человеку, за которого ты вчера голосовал. И, в общем-то, выдавая ему какой-то мандат доверия, с него и спрос. С остальных-то, ну, с Государственной Думы, с какого депутата, когда спросишь? Ну, вот он в следующий раз, когда приедет? Тут уже вот совсем разная история. Поэтому я думаю, что если бы у нас большее количество муниципалитетов проходило через местные выборы, у нас бы и общий процент, предполагаемый процент явки, был бы уже по состоянию на 18 часов тоже серьезно выше.